Привет! Сегодня воскресенье, и мы едем в супермаркет. Я вам покажу сегодня Walmart. Все, наверное, видели американский Walmart. Сегодня можете посмотреть, что такое бразильский Walmart. Так, вот мы сейчас подходим к Walmart. Написано Walmart. Entrada. Нашла тапочки тепленькие. Когда дома холодно, можно будет носить леопардовые. Так, здесь у нас электроника. Здесь книжки, тетрадки, ручки. Здесь столы, стулья. Там вот холодильники. Тут вот одежда. Тут, конечно, не самое лучшее качество, но иногда что-нибудь можно найти из одежды. Я один раз купила футболку, которая мне очень нравится. Вот купальники даже есть. Там нижнее белье, тапочки. Вот, 19 реалов. Водолазка. О, Микки Маус. Вот тут дело с косметикой. С лаками. Косметика, которая тут есть. Maybelline. И цены просто гигантские. Помада Maybelline стоит сколько? 15? Можно 15. Nivea, Dove. Вот такие чипсы. Шоколад. Очень классно. И с карамелью, с фундуком, с мятой, с апельсином. Очень классно. Вот это вот кукурузные чипсы. Вот всякие мюсли. Я покупаю вот эти мюсли обычно, но они у меня дома есть. Я хочу шоколадные шарики. Вот я покупаю вот этой марки шоколад. Вот они, да. Самое классное. Вот тут еще какие-то есть другие, но я не хочу экспериментировать. Вот это вот черный хлеб. Ну, он, конечно, не совсем такой черный, как в Бразилии. Но это причем другой, не такой, как я хотела. Вот. Вот, это черный хлеб. Вот здесь продаются такие донатсы. А, помидорки. А, тут эти вот бейби. То есть они вообще очень маленькие. Прикольно. Возьмем. Нормально. Классно. Так, ну вот, короче, овощи, фрукты. Так, ну вот авокадо. Ну, он не такой уж экзотический, да? Мне нужно взять парочку авокадо. Вот манго. Бананы маленькие. Кокос. Маракуйя. Маракуйя. Апельсины. Мандарины. Так, что мы взяли сегодня? Помидоры.
петрушка, яйца, кукурузные чипсы, хлеб, папайя. Картошка, бананы, апельсины и авокадо. И там еще... А, и вот я еще взяла. Я люблю тут миндаль глазури. И арахис карамель. Ну все, мы уже выходим. То, что мы купили в пакетах. Это все вышло у нас на 85 реалов. Это примерно 1000 рублей. Больше. Чуть-чуть больше.